сообщает ТАСС о заявлении ООН Генсека, что к масштабному мирному конфликту с широко раскрытыми глазами. По словам Антонио Гутерреша, мир идет к более масштабному конфликту с широко открытыми глазами. Но я-то знаю, что широко открыты глаза мира. От удивления, а не от страха. Потому что мир сейчас таков, что угрозу ядерной войны он может предотвратить конвенциональным оружием. Не происходит нового ведь ничего под небесами. И в клипах распевать что-либо в общем. Дар прекрасное увидеть. Потому я продолжаю. Беззаботно я, как птаха. Не забиваю себе голову всякими разными пустыми страхами.